Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Джексон, и сегодня мы с вами взглянем на довольно интересную игру под названием Unbound World Apart. Это демка, игра все еще находится в разработке, как видите, вон ссылочка есть на Kickstarter, где они собирают деньги на разработку. Кому интересно, можете поддержать разрабов. Это платформер, довольно интересный платформер с вручную нарисованным миром. Мир очень красивый, поэтому давайте все это посмотрим. А вот и наш маленький главный герой. Наш маленький главный герой, как видите, все это в очень таком интересном, симпатичном рисованном стиле сделано. Нам не объясняют абсолютно ничего, кто мы, зачем мы здесь, что происходит и так далее. Ну, скорее всего, это погрешности того, что это демо-версия пока, и она создана просто, чтобы показать геймплей. Поэтому давайте просто отправимся вперед и будем смотреть уже по ходу дела. Локализация русская в игре отсутствует, поэтому будем пытаться что-то понимать с моим божественным уровнем английского. Очень приятная рисовка, очень приятно рисована. Красивая игра будет, это 100%. О, мы куда-то пришли. Судя по всему, это какая-то деревня вот этих существ маленьких. О, press Y to talk. Окей, давайте. О, Соли, вот ты где. А, все, значит, нашего главного героя зовут Соли. Церемония начнется с минуты на минуту, и мы потеряли... Патипалп, не знаю, что такое Патипалп, он где-то должен быть рядом. Ты не мог бы его принести? Помоги нам, чтобы мы могли начать. Это последний ингредиент, который я потерял. И мы не можем призвать Эльзарота без него. Они кого-то хотят призвать. Чуваки, никакие призвания, там, вызовы духов и так далее ничем хорошим пока не заканчивались. Ну ладно, пошли, сходим, принесем, что им надо. Я как понимаю, нам сюда, наверное. Пресс-игра, ага. Открываем ворота, погнали. Так, hold it to grab. Окей, да, это можно толкать, все понятно. Хоп, хоп, хоп. Вперед. О, заставочка. Прикольно. Портал какой-то открылся. О, ебать! Все очень напуганы почему-то. О, понятно. Они, короче, все-таки, видимо, сами нашли этот ингредиент, призвали вот это вот, то, что они собирались призвать. И наступил пиздец. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Слышь, поаккуратней. Так, все, нам завалило обратный вход. Выход, точнее. Так, а, кстати, мы так и не проверили, что мы можем. Так, ну мы можем прыгать, это понятно. Так, это ничего. Мы можем делать бум-бум. Не понимаю пока для чего это, ну ладно. Думаю, понятно будет. Ух ты. О, чувак, сочувствую. Портал. Это чистое зло. Короче, эти злые сущности попали в наш мир. Очень немногим удалось спастись от атаки. Найди их до того, как их найдут эти злые сущности. Окей, чувак, мы справимся. Чекпоинт. А, окей. Воу, вон он. Портал этот огромный. Ой, ебать, что это? Ёб твою мать. Ёб твою мать. Что ты такое? О. А, нихера, она в наш мир выходит. Ёб. Я куда-то упал. Бутылка. Бутылка, это хорошо. Press X to toggle the portal. О, прикольно, эта штука позволяет нам... Твою мать. Эта штука нам позволяет открывать портал какой-то. Press X. А, ух ты! Прикольно. Где-то я, кстати, подобный геймплей уже видел. То, что надо было, типа, какие-то участки игры проходить, типа, в другом измерении, что в одном измерении там есть какие-то предметы, а в другом измерении их нет. Ну или наоборот, вот как здесь.
То есть так мы не видим, что здесь что-то есть, и разбиваемся к херам собачьим. А проходим через портал, и вот мы это все видим дело. Да, и смотрите, вот булыжники. Их... А что если... Вот я типа стою в текстуре сейчас. Не могу. Я думал, сейчас застряну в текстуре и сдохну. Так, окей, все, проходим. Да, где-то я уже это видел, но хоть убейся, не могу вспомнить где. Если кто-то из вас вспомнит, в комментах напишите, буду благодарен. Так, еще чекпоинт. Я пока абсолютно не понимаю, куда мы идем. О, а тут сложно. А тут будет сложно. Так, здесь, наверное, надо сделать вот так. Во, да, отлично. Ой, там на заднем фоне, смотрите, какие-то твари плавают в этой лаве. Или что это там, не знаю. Опа. Так, прекрасно. Ёб твою мать. О, они, смотрите, эти штуки есть и здесь, и здесь. И вон какая-то мразь ходит. Фу. Какая большая и злобная мразь. Так, надо ее перепрыгнуть, наверное, да? Хоп! Не получилось. Так, ладно, окей. О! Прикольно. А она превращается в камешек. Она превращается в камешек, который нам вот здесь нужен, получается, да? Окей, ладно. Давай тогда. Ползи ко мне. Ползи, ползи, ползи. Опа! Не успела. Ха-ха-ха. Мразь. Красиво, кстати, даже вот эти монстры очень красиво нарисованы, посмотрите. Очень интересно стилистика, ух ты, что-то я. Так, а, понятно. О, здесь не срабатывает уже, прикольно. Здорово, мужик. Эти магические порталы, мой дедушка рассказывал мне про них, очень, что они стоят очень-очень давно. Но я еще был слишком маленький, чтобы понять или запомнить это хорошо. Мы нашли это место, чтобы попытаться сбежать. Но здесь очень что-то очень странное. Соли, магия. Магия здесь не работает. То есть они нашли вот это место, они в нем спрятались, но магия здесь не работает, как видите. Наш портал здесь тоже не открывается. Окей, ладно. О, еще какая-то тетка. Можно с ней поговорить. Что-то я не понимаю, что она пишет. Короче, ладно, пропускаем, пропускаем. Понятно, короче, тут свершилась жопа. Они все спрятались, они выпустили какое-то древнее зло в наш мир. Теперь это древнее зло заполонило тут все к херам собачьим. И мы, маленький чувачок в капюшончике, давай сейчас всех спасать. Почему-то я вижу это именно так. Так, это... А, это лоза, по ней можно ползти, окей. Привет, дядя. С тобой тоже можно побазарить. О, ты меня напугал. Я пытался понять, что это за фигуры на этой странной на этом странном камне, короче. Но пока не нашел ничего подходящего. Мне нужно больше. Больше информации. А я как понимаю, нам нужно добыть эту информацию. Ну окей, ладно. Так, тут тоже не работает ни шиша. Привет, дядька. С тобой побазарить нельзя, как я понимаю, да? Опа. А, типа падаем вниз, да? Окей, падаем вниз. Как ты, блядь, не разбился? Ищ, портал. Ух ты, а чё это? Это типа когда мы останавливаемся, короче, он нам... Он нам освещает темноту вот эту. Круто. Только надо перебежечками тогда передвигаться, а то ничего не видно. А! Сука. Не херово прыгнул. Так, что тут шипит, ходит? Слышь, ты мразишь. Опа! Фу, ты маленький, ты меня не напугаешь. Ха-ха. Так, камушка. Камушку тащим сюда. Камушку тащим сюда. Прикольный платформер, мне нравится. Даже хотя бы то, как он оформлен. Очень красиво. Вот еще один, смотрите, такой же камень. Интересно. Так, чекпоинт. О,
А вот это уже мразь поинтересней. Так, ее, походу, не перепрыгнуть, да? Эй, кукунах. Фу. Фу на тебя. Так, он меня не может съесть, пока я здесь стою, да? Ой! Сука, я не успел среагировать. Так, и как нам его... Уходи. Уходи. А, камешек двигается, смотрите. А если мы его сейчас задвинем и придавим? Опа! И что нам это дает? Вообще не понимаю, что это нам дает. Эй! Кукуй! Так, нет, так он нас съедает. А как сделать-то тогда? Задвинуть его подальше? Нет, подождите, он нас убивает? Чё такая сложная демка-то? Хоппа! Нифига подобного. Двойного прыжка у нас тоже нет, чтобы его перепрыгивать. Ай, уйди. Уходи. Уходи. Нам, как я понимаю, вон туда. В ту сторону, там вон маленький этот есть. Маленький кристаллик какой-то лежит. И нам, скорее всего, его нужно забрать. Только как эту тварь перепрыгнуть? Пошла нахер, тварь. Эй, сюда иди. Нет, тут явно не перепрыгивать нужно. Тут явно нужно сделать что-то другое. А может быть... Ну-ка, сейчас попробуем. Может подманить ее вот сюда? Вот в эту сторону? Кукуна. Ай. Так, уходи. Да, я, кажется, понял. Я, кажется, понял, как нам надо поступить. Вот так вот нам надо. Блин, я ему на башку прям приземлился. Ну, короче, мы поняли. Короче, мы поняли, как это сделать. Нужно подманить его сюда. Вот, пока его нет, надо подвинуть. Опа, сюда иди, слышь? Да-да-да-да-да. Я слышу, как кипит твой чайничек. Блин. Да вроде все правильно же сделал. Вроде все же правильно. Так, вот он идет. Да, нам нужно по-любому с вот этого уступа на него прыгать. Пошел нафиг отсюда. Уходи. Уходи, мне надо подвинуть камень до упора. Так, вот он ползет. Вот он ползет, отлично. Ку-ку, кукуй. Так. Ай, да что такое-то? Ты почему упал? Я ж так не планировал. Так, штука, уходи. Не ползи за мной. Так, вот она ползет. Какие-то тули... Сердечки от него. Да, отлично. Я пробежал. Отлично, отлично, отлично. Я пробежал. Так, кусочек кристалла. В нем сколько-то... Что-то там сколько-то энергии, по-моему. Так, сейчас нам... Сейчас нам снова его нужно подманить вот сюда. И... Сука. Сбежать теперь будет сложнее. Так. Чем... Как мы сюда попали, но... Отлично, все. Сейчас главное не промахать. Не промахать и случайно не сдохнуть. О! А теперь мы можем его использовать. Waypoint! А, так это телепорт местный. Все, мужик, я разгадал эту тайну. Что это такое? Эй, ку-ку! Этот фрагмент, походу, обладает большой силой. Ты его активировал. Я надеюсь, ты сможешь телепортироваться через него еще куда-нибудь. Мне нужны исследования, больше исследований. Ты должен найти больше этих фрагментов, чтобы я мог исследовать их более подробно, конечно же. Так, окей. Так, здесь мы были. Здесь мы были. А, вот сюда можно, смотрите. Сюда можно, здесь вон есть плющ. Есть плющ. Так. Опа. Так, вот еще воротики. Так, магия все еще не работает. О, магия снова работает.
Магия снова работает. Ого, смотрите, в этом мире там плющ, а тут шипы. Угу. И воды в этом мире нет. Хоп. Да, это рассчитано именно вот на вот так вот проходить. Хоппа. Так, отлично. Так, мы можем пойти сюда. И смотрите, мы можем пойти наверх. Давайте-ка мы сходим наверх. Посмотрим, что там. Тут тоже есть какой-то чекпоинт. О. А что я могу с ней сделать? Я могу ее толкнуть, наверное, да? Нет, я не могу ее толкнуть. А, это надо вот так вот. А потом хоп, и вот так. Ничего себе, как придумано здесь. Так, тут какой-то цветок, смотрите. И он пытается нас схавать. Так, надо подгадать момент. Хоп-а, отлично. Окей. И чё, хотел сказать, и чё мы сюда приперлись? Тут какие-то символы вон нарисованы. Хоп-па. Так, где мы опять же? А, все понятно. Залезть я на него не могу. Мне его нужно перепрыгнуть. А, получается, да. А, нет. Не перепрыгнуть, мне нужно попасть вот туда. Но эта хрень меня жрет. Эта хрень меня жрет. Ой, здесь еще булыжник стоит. Так, интересно, а как мне туда попасть тогда? Не можем применить в таком виде это. Хм. Так, а если вот так, это тоже нас убивает. Да, она тоже нас убивает, поэтому что так, мы сдыхаем. А как на ту сторону вроде не получается залезть без без кубика. Опа. Да, здесь без кубика не залезть. Но здесь есть вот эта кайла здоровенная. И что мне с ней делать? Что с ней делать, непонятно. Но нам нужно обратно тогда. Так, видимо, для этого пути мы пока еще не готовы. Ай-яй, не рассчитал. Для этого пути мы еще не готовы. Там можно было пойти в другую сторону. Опа, отлично. Вот ту... Я упал в воду. Так, здесь у нас площадка должна быть. А, ну или вот сюда, в принципе, то же самое. Мы можем по этому пути пройти снова. Ничего страшного, мы не переломимся. Так, это мы пошли вот туда, а сейчас мы можем пойти вот сюда. Окей, идем сюда. Так, здесь плющ, там шипы. Еще какой-то... Что? Че это за нахер был? Вы видали? Вы видали, я могу по потолку ходить. Обалденно. Уу, я летаю. Это, короче, меняет гравитацию. Зачем-то. Ты кто? Ку-ку. Ты меня хочешь съесть? Нет, оно меня не хочет съесть. Наконец-то знакомое лицо. Этот портал обладает магической силой, короче. Смотри... Смотри, короче, по сторонам, чтобы башкой не стукнуться. Ты можешь найти новые кусочки портала где-то здесь. Окей, хорошо. Куда это я? Очуметь. Так, ладно. Ку-ку. Ну и чё? Как бы вообще похеру. Вот это для чего. Так, хорошо. Да, вон кусочек наверху лежит. Вон кусочек лежит наверху.
рычаг вот наверху. Я его успел дернуть уже, да? Так. А, что такое? Он на время открывается только. Давай, хаба. Отлично, успели. Еще чекипоинт. Инт. Офигеть. Секреточка. Ух ты. Даже в демке секреточка есть. Привет. Привет. Я Соли. Я рад тебе... Привет, Соли. Я рад тебя видеть. Спасибо, что спас меня. Это типа... Чувачков родню спасать можно. Окей, ладно. Так. Там какой-то чубрик наверху ходит. Смешной. Так, здесь, как я понимаю, нужно сделать вот так. О! Чуть башкой не сбрил. Опа! Да, вот так. Блин, прикольно придумано. Надеюсь, здесь ничего уже нет. Привет. Ты дружелюбная херня или нет? Ни хера не дружелюбная. Это какой-то местный злобоежик. Не ходи ко мне. Надо тебя обойти. Здесь нам, в принципе, надо было его обойти. Хоп. Слизняки какие-то. Так, здесь по мостику. Тут главное не напороться. Так, вон еще этот долбоеж ходит. Привет. Так, а мы... Понятно, не можем. Я только хотел сказать, а может мы внизу можем обойти их? Не можем. А как мне тебя перепрыгнуть? И здесь шипы. Опа, вот так. Он реагирует на то, насколько сильно нажимаешь прыжок. И у него по высоте разный прыжок получается. Оп. Сука, ёж! Чё от меня надо? Уходи! Я тебя с тобой не дружу, отвали от меня. Так, отлично, прошли. Прошли дальше. Так, вот он кусочек. Вай-вай-вай-вай-вай. Вот он кусочек. Здесь есть рычаг. Рычаг. Этот рычаг. Все, понял, мы там были уже. Окай. Очень интересно. А как мне это сделать? Ничего не понимаю. Вот так. Ничего себе, как надо продумать, короче. Блять, я в воду упал. Обалдеть, вот это сложно будет сейчас. Опа, вот так. Отлично, забрали кристалл. Вот это было, кстати. Это, кстати, было довольно жестко. И довольно сложно. Но мы быстро догадались, что к чему. Я нашел. Да, я нашел фрагмент. Неси его быстрее к монолиту. Так, здесь еще один ТПшка был, да. Нам нужно вернуться сейчас сюда. Так, все, это сменилось у нас снова все. Так, вниз мы можем? Да, здесь вода. Фу. Так. Опа, отлично, отлично, хоп, все, здесь наша, наши полномочия, все, несем еще кусочек, опа, и где это мы, так, это мы там, это мы заюзали, так, у меня есть еще, так, это мы уже слышали. Это мы уже слышали. То есть там где-то еще один waypoint есть, да? Мы его пропустили, похоже, да? Он, наверное, вот там с той стороны. Или нет? Что-то я не припомню. Хоп-хоп.
Отлично. Сюда, сюда. Оп. Так. В этой стороне, что ли? Я что-то не помню. Чтобы в этой стороне были вейпоинты. Но сейчас проверим. Здесь вот эти хрени, которые меня бесят. Так. Хоп. Нам, видимо, надо как-то вот эту вот... Вот эту загадку разгадать. С вот этой херней. Здесь она летает. Окей. Но как мне забраться? Может быть, она... Когда она вверху, типа, если зубами она вниз поворачивается, на нее можно, типа, наступить. Ну-ка, попробуем, давайте. Как-то вот так. Нет. Оно все равно меня съест. Что-то я не понимаю. Что-то я не понимаю. Именно вот это вот место я не понимаю. Здесь вот эта хрень, которую сдвинуть я не могу. Хм. Что-то я какой-то очень недогадистый. Сейчас ведь я не могу обратно вернуться, чтобы она меня не схавала. Хм. Довольно, довольно интересно, слушайте. Довольно интересно, но меня не отпускает тот момент, что, возможно, на нее можно встать. Нет, видимо, нельзя. Хм. Нет, я не понимаю, слушайте. Ладно, давайте, для осмотра демки вполне достаточно. Игра довольно прикольная, головоломочки интересные, неординарные. По крайней мере, это точно тянет на довольно хороший платформер. Что ж, будем ждать его выхода. Вам всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все это комментируйте. И увидимся с вами в роликах по другим играм. Пока-пока.